Добрый вечер, уважаемые журналисты. Начинаем после матчевую пресс-конференцию. Главный тренер команды гостей Евгений Евгеньевич Дурнев. Пожалуйста, ваш комментарий, Евгений Евгеньевич. Ну, для начала скажу, наверное, несколько лестных слов по поводу стадиона. Все мы такие стадионы, как минимум команда второй лиги, да и первой команды, первой лиги наверняка бы не отказались от таких стадионов. Отличные условия у вас созданы для футбола, для футбольной команды. Вот, остается только завидовать. Вот. Ну, что касается игры, я думаю, хозяевам отступать тоже было некуда, они хотели победить. Но игра, наверное, была для обеих команд до забитого гола. Вот. Так получилось, что мы его забили, мы были поудачливее. Вот. Были поудачливее, наверное, понастойчивее. И потом, естественно, отошли в оборону и спокойно сохраняли свой счет. Надежно играли сзади, старались по минимуму свести ошибки какие-то. Вот. Но я скажу, что у Смоленска тоже был очень хороший момент. Очень хороший момент. Они спокойно могли как минимум очко приобрести. Вот. Но своим моментом не распорядились. К сожалению, вот такой вот футбол. Кто свой момент забивает, тот выигрывает. Ну, такова вот жизнь. Спасибо. Пожалуйста, вопрос, Евгений Евгеньевич. Есть вопрос? Спасибо вам большое. Спасибо большое, Евгений Евгеньевич.